Всем привет, мои хорошие! Вы просили у меня отзыв о новиночках Avon, и сейчас мы будем с вами их тестировать. Первый продукт – это скраб для лица, потому что продукты не бюджетные, и я понимаю, у вас прекрасно не хочется на них тратить деньги, если это снова типичный Avon. Французский виноград 2 в 1, средство для умывания и скраб для лица. В обзоре заказа мы уже с вами смотрели, как он выглядит. Нанесите на влажную кожу лица, помассируйте до образования пены, затем смойте водой. Применять только по назначению. Я хотела посмотреть, девчонки, производитель. Made in China или нет? Так, ну продавец Москва, но это понятно. Производитель, изготовитель. Сейчас найдем. Соединенное Королевство. Господи, где по-русски-то? Великобритания. Девчонки, Великобритания, походу, производитель, это вообще мощно. Так, мы с вами немножко сейчас лицо наше вот так намочим. Написано на мокрую кожу лица, да? И будем скрабироваться. Такой красивый вообще. Действительно, как виноградик, виноградный цвет. Ой, куда-то капнуло уже на сиську. Смотрите. Класс. Пахнет здорово. Нет никакой сильной химозной одушки. Скрабируем. Ну, кстати, на лице частички не чувствуются как травмирующие. Больше как деликатный уход. Не такой он, как мицеллярный скраб. Да? Из линейки Nutrifect. Совсем не такой. Скользкий какой-то. Такое ощущение, что действительно раздавили, девчонки, несколько виноградинок на лице. И добавили немножечко абразива. Смотрите, он начинает пениться. Да? Образуется пена даже. У нас с вами. Неприятных ощущений никаких нет. Мне кажется, он даже подойдет для чувствительной кожи, но только если нет никакой аллергии на компоненты, да? Руки прям скользят. Особенно сильного скрабирования, как я люблю, нету. То есть такой деликатный достаточно продукт. Прям да. Очень деликатный, мягенький. Вот эта пена образуется. Ручки скользят. Какой-то такой вот скользкий элемент есть. Может, там маслица какой-то в составе. И никакого сильного скрабирования нет. Хочется мне прям потереть Т-зону как следует, да, как мицеллярный скрабик вот делает. А нет. Все как-то скользко, мягенько и вроде как хорошо. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас смоем и посмотрим. Смотрите, вот эти частички якобы винограда, да, может быть, это и есть виноград. Пена и такой вот... Пена такого сиреневого цвета и такая вот скользкая консистенция. Ну все, буду смывать. Смыла, девчонки, смывается не очень легко. Почему-то вот эти вот частички не хотят с лица смываться упорно. Но более-менее нормально. Что по факту? Кожа очищенная, кожа матированная. Ну и все. Я не знаю, что еще от этого скраба ожидать. Поры чистые, оно чистое, лицо чистое. Разглаженное, матированное, подсушенное, несмотря на вот эту вот какую-то вроде как питательную текстуру. Подсушенное, немножко подсушенное. Мне кажется, для сухой кожи не подойдет. Потребует сразу, даже мне хочется вот что-то сейчас уже нанести, потому что немножко как-то подсушило. Так, скраб неплохой. Я могу с уверенностью сказать, что у меня от мицеллярного скраба, в принципе, из линейки Nutrifect все то же самое. Здесь надо, конечно, разбираться в составах, что безопаснее, что действеннее. А так неплохо. Кожа очищенная, кожа матированная, немножко подсушенная. Решайте сами, нужно ли вам такое средство за 500 рублей, да, или не нужно. Ну, со скидкой консультанта подешевле, а так цены, конечно, на эту серию дороговаты. Так, и сейчас мы с вами попробуем тоник. Тоник у нас Siberian. Вот так он выглядит. Glow Tonic. Сейчас здесь есть наклеечка. Сибирский женьшень и ледниковая вода. Так, смочите ватный диск тоником и протрите чистую кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз. Применять только по назначению. И производитель хотела тоже посмотреть. Так, Made in England. Тоже Англия, девчонки. Представляете, эти средства из Англии. Ну, не факт, что... Это говорит об их качестве, поэтому давайте пробовать. Взяла ватный диск. Сейчас с вами вот так нальем. Ну, такой, слушайте, не как вода. Тоже вот есть какая-то в нем небольшая тягучесть. Аромат, я уже говорила, мне не очень. Он как-то очень ярко выражен. Возможно, и так пахнет женьшень. Вот очень ярко выражен. Какая-то травянистая основа. Давайте протираться и смотреть. Вместе с вами пробую первый раз еще...
руки не доходили до этих средств. Охлаждает, вы знаете, как-то вот охлаждает. Ой, слушайте, а сейчас пощипывает немножко в той зоне после скраба, может быть. Вот тут пощипывает. Угу. Чуть-чуть пощипывает. Но больше никакого дискомфорта нет. Так, декольте. Ой, пощипывает над губой. Вот тут. Ой, как щипит-то. Прям пощипывает хорошо. Зона декольте. На что он направлен-то? Я вот даже не пойму, не пишет. Ну, тоник для лица женьшень, да. А дальше что, допустим, вот для жирной, для возрастной кожи, для чего? Для чего он нам нужен? Какими он обладает свойствами? Применяйте дополнительно средства с солнцезащитным фильтром и сократите время пребывания на солнце. Что он у нас с кислотами, что ли, тоник? Избегайте попадания средства в глаза. При попадании в глаза срок годности 3 года. И не пойму, девчонки, он что у нас с кислотами? Если они так пишут про пребывание на солнце. Кто разбирается в составах? Вода, лактитоцит, гликоль. Какие-то цифры, цифры, цифры. Опять гликолитоцит, бензилалкоголь на шестом месте, содиум, касторовое масло, пантенол, глицерин. Я не вижу здесь кислот, может быть, есть. Раз они так пишут. Но пощипывание вроде проходит. Уже ничего не чувствую. И есть липкость от него. Видите? Кожа липкая пока. Кожа липкая и сияет, светится. Блеск такой есть на лице. Она вроде как увлажненная. Но она липкая. Видите, прям липнет сильно. Сильно липнут руки и пальцы прям липкие. Очень липкая, девчонки. И не проходит пока. Не проходит. Сейчас посмотрим. Пройдет время и посмотрим. Еще хотела, давайте пока нанесем с вами вместе протестировать вот эту штукенцию, которая пришла в пакете сюрпризы. Это у нас заполнитель морщин, такой шприц, да, интересно. Я уже один раз им пользовалась и могу сказать смело, если выбирать между вот этими двумя шприцами, Inyou Avon и Faberlic Expert, у меня не заполнитель морщин, а другой, девчонки. Какой-то. Вот от него, когда наносишь, морщинка действительно заполняется, разглаживается, ее не видно. Смываешь, умываешься вечером или утром, все возвращается на свои места. То есть эффект временный, но действительно заполняет. Здесь я такого эффекта не увидела вообще. Не заполняет моя морщина, она никуда не исчезает. Так, сейчас мы с вами вот так покрутим. Средство вышло. И наносим. Я прям так много наносила, знаете, не жалея. Но не произошло чудо такими вот похлопывающими, вбивающими движениями на носогубку. Но чудо не произошло, она не заполнилась. Был бы вот хотя бы временный какой-то эффект. Нет, у меня не случилось. Поэтому я не могу сказать, что это средство работает. Может быть, у него какой-то накопительный эффект, конечно, я не знаю. Все возможно. Вот, нанесла, но ее все равно видно. То есть, если шприц Faberlic, то там временный эффект, и ее не видно, она действительно сглаживается. Может быть, слегка, девчонки, сгладилась, но она все равно вот на месте. С учетом того, какое обилие этого крема я нанесла. Нет, нет, если выбирать, то Faberlic шприц лучше. Это объективное мнение, девчонки, не потому, что я завязала с Avon и люблю больше Faberlic. Это потому, что это так и есть. Нет, смысла вас обманывать нет. Тоник мне, девчонки, не нравится. Я бы его порекомендовала коже сухой. Мне не нравится совсем, у меня сильно блестит лицо. Вам не очень на камеру видно, но хотя видите вот эти вот отблески в Т-зоне, подбородок весь блестит, блестит жутко. И до сих пор есть мелкое-мелкое пощипывание, покалывание. Складывается ощущение, что это кислотный тоник, как будто и не хочется его смыть на самом деле. Лицо до сих пор липкое, ничего не впиталось. Мне кажется, долго не впитается, судя по тому, как выглядит кожа. Очень липкое лицо, и за счет того, что вот это вот пощипывание из-за чего-то есть, вот тут вот покраснения небольшие на носу и вот здесь вот в этой зоне. И подбородок почему. То есть он не обладает функцией выравнивания тона лица. Но вот все еще пока липкое.
То есть, если вам нужно сделать уход, пойти сразу куда-то на работу, да, это не тот вариант вообще. Может быть, как ночной уход он и подойдет, но как дневной точно нет. Я его сейчас буду, девчонки, чем-нибудь смывать, вытирать. Неприятная вот эта липкость. Поэтому, да, французский виноград, да, тоник мне не понравился. Может, как-то вот на сухой коже он немножко по-другому заиграет, лицо до сих пор липкое, и прикасаться к нему неприятно. За такие деньги такой тоник я бы не купила никогда, девчонки, если б знала. Но вы просили затестить что-нибудь из этой линейки, поэтому пришлось. А вот это, да, но мицеллярный скраб работает не хуже на лице, скажу вам честно. Это более деликатный, чем мицеллярный скраб, но по факту эффект потом такой же, в принципе. Вот. Так что вот так, девчонки, смотрите сами, думайте сами, брать вам это или не брать. Ну и все, мои хорошие, надеюсь, я была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я вас всех очень люблю, целую, берегите себя.